Привет! Сегодня понедельник, первая рабочая неделя. Я пришла с работы, сейчас 18 минут шестого. Не хотела ничего снимать, но решила все-таки вам еще заснять свое маленькое домашнее видео. Кому понравится видео? Ну, смотрю, мало, конечно, просмотров, лайков, но тем не менее, некоторые, я бы так даже сказала, некоторые ждут мои домашние именно видео. Для вас стараюсь. Давайте начинать. Я еще не кушала. Сейчас сначала сделаю дела, а потом уже буду кушать. Вот хочу нарезать сырок. Вот такой. У меня, кстати, люблю топленое молоко. Вообще люблю сливочные вкусы именно сыра. Колбаску вот такую вот папа может порезать, и батон, и сразу на завтра сделать тормозок. Я, в принципе, из-за этого-то и покупаю батон и вот это, чтобы на тормозки таскать. Конечно, невыгодно постоянно 5 дней в неделю, но что поделать, кушать мне всегда хочется. Так, кстати, у нас завтра отключают отопление и горячее водоснабжение. Уже висит объявление, шла с работы. В 9 утра отключат и уже включат перед днем шахтера. А день шахтера у нас последнее воскресенье августа. Ну, получается, где-то в пятницу включат. В августе предпоследнее воскресенье, последнее воскресенье точнее. Ну ладно, буду нарезать это все. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I love you, and I trusted you so well. So why, oh, why, oh, why? Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Yeah, dum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, dum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see. Talk about it, cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You don't bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Yeah, dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Soul is hollow, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. Вы меня просили, мои зрители, показать. Я вам показываю то, что вы меня просили. Начнем сначала с корма, чем я кормлю Люси. Начнем с сухого. Вот тут я храню, покупала контейнер фикс прайс. Покупаю корм и пересыпаю. Мне удобно. Тут ложка, но ложка это уже моя. Я просто ложкой насыпаю.
Вот такое хранение. Храню этот контейнер в кладовке. Ну, у меня там место есть, на кухне нету места, поэтому храню в кладовке. А вот такой уже сухой я корм покупаю. Но обычно я заказываю на Wildberries. На Wildberries просто выгоднее заказывать. Там получается 1,5 килограмма 700 с копейками рублей. Ну, просто в этот раз я купила в магнит косметик. Их, конечно, очень мало. Но все равно, сколько тут? 200 грамм. 100 с чем-то, что ли, 100 с копейками рублей. Конечно, дорого, но вот в тот раз у меня не получилось ей заказать. Поэтому купила вот этот в магнит косметики. Влажный корм храню также с Фикспрайс. Вот такая корзинка. Храню в зале возле холодильника. Мне также там удобнее, там не видно. Возле холодильника стоит. И вот такое вот мясо покупаю. И именно вот Perfect Fit. Индейка там. Тут курица. Бывает даже говядину покупаю. Вот что касается рыбной, она вот рыбная. Почему-то у меня не рыбная душа, она не любит рыбу. Странно, да, у меня кошечка. Вот. Ну и хорошо, хоть не так вонюче писает, хотя все равно. Извините за такие подробности, но если так и есть, вонючая писает. Вот как раз она. Да, Люсенька? Девочка моя. Она с вами здоровается, да, Люсенька? Ты здороваешься, моя деточка? Моя деточка любимая. Так, ладно. Сейчас я это уберу и буду показывать дальше ваши просьбы. Меня просили показать мою косметику. Ну, чем я крашусь. Я, в принципе, я уже смотрит меня, говорила, что я, в принципе, очень редко это делаю, крашусь. Вот там на день рождения куда-то или там, ну, в общем, редко крашусь. Вот тут я храню все это, покупала очень давно, кстати, вот этот сундучок в магнит косметик. Уфу, вру, в Литуаль. Вот. Я еще тогда молоденькая совсем была. Ну и вот все, что у меня тут есть. Зеркало, кстати, Фикспрайс. Много чего Фикспрайс. Вот зеркало. Вот, нравится мне это зеркало. Спонжик. Корректор. Я даже сейчас и корректор под глаза не наношу, потому что жарко. Чтобы не люблю, когда жарко и что-то на лицо наносить. Я только вот могу единственное это румяна. Вот. Осталось у меня тут чуть-чуть пуповские. И вот тут вот румяна тоже пуповские. Но это еще у меня от мамы достались румяна. Поэтому я и ими пользуюсь. Ну, у нас с мамой было как общее. У нас не было твое-мое. У нас было общее. Дальше быстренько покажу. Корректор. Ой, консилер. Wildberries. Тут у меня много Wildberries. Это нет, Люкс Визаж. Это я у нас покупала в магазине. Дом Быта называется. Консилер. Такой, не скрывает ничего. Не, ну есть так слегонца, но в принципе так ерунда, короче говоря. Так, вот это я кисточка, вот я ее на днях мыла. Румяна наношу. Тушь, вообще, тушь мне очень нравится, хоть я редко ей крашусь. Но покупала, кстати, ну, зимой и заказывала. Также на Wildberries ищу, как вам показать. Вот так вот она называется. Очень хорошая тушь. Ну, мне понравилось. Реснички у меня коротенькие и такие не загинаются. Наверное, после вот этого испортила я. После наращивания больше не буду наращивать. Только портишь свои ресницы. Так, и вот эти вот тени тоже понравились. Долго держатся. Ну, я уже как-то про них говорила, как вот лучше ими пользоваться, Люкс Визаж. Сейчас я откручу. Вот, открутила. Они блестят на глазах. Вот такая вот кисточка. Главное, когда вы красите, вы сразу глаза не открывайте, чтобы они у вас, ну, полоской не легли.
Или наносите на какие-нибудь там типа бесцветные тени, чтобы можно уже сразу было глазками хлопать. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Дальше. Ну и что у меня тут? Ну и тени от Фаберлик. Вот. Сейчас открою. Это мама еще заказывала у женщины одной. Так, сейчас. Опа. Вот. Такие вот тени. Ну и зеркальце. Какое-то оно мутное. Ну и ладно. Ну все, больше у меня тут ничего из косметики нет. Так, это карандаш, это мамина. Оставила мне так. Пусть лежит. Вот я им пользуюсь карандашами, так как я же помадами не крашусь, только блесками, да, вот и гигиенические помады, все. А я все-таки пошла, я же так не могу, если что-то увижу, мне надо это сделать. Увидела грязное зеркальце, и мне надо было его протереть. Вот. Вот такая вот я, да. Так, это я потом закрою. Вот моя болезнь. Вот это вот я очень люблю. Вот это вот прям я, наверное, с детства люблю. Парфюм вот этот всякий. Нет, тут и пробники, и так на разлив покупаю. Ну, много всего, короче, и дорогие, и совсем копеечные. Вот, но запахи все, конечно, те, которые мне нравятся. Тут даже Белара вот стоит, моряки, кто знает, да? Вот это вот я заказывала на Wildberries. Они 100 с чем-то рублей, но они такие стойкие, вообще очень стойкие. И пахнет свежестью. Чем вот эти вот... Неудобно, что они падают. То заденешь, и начинает потом падать. Вот это мне Наташа, сестра, отдала. Стойкие и очень приятно пахнут. Ну, сейчас я поставлю, то одной рукой неудобно. Ну, в общем, сразу убрала сундучок, все. Хотела вам еще сказать по поводу кремов вот этих вот. Ну, показывала в обзоре как-то Wildberries свои покупки. Здесь набор кремов. Забыла, сколько штук-то уж там. Сейчас я вам покажу остальные. Вот, начала я с ромашкой, которая очень классная. Мне нравится, как они... Телефон скоро сядет, вот этот цвет... Выключился из-за этого 15%. Что хотела сказать? В общем, хороший крем. Сейчас покажу, какие есть другие там в наборе. Так, вот тут вот у меня Корвенка. Вот тут вот у меня все вот эти вот средства. Вот эти крема. Вот. А, ну вот получается 5 тюбиков с кремом. Вот эти, наверное, будут такие же по запаху, по аромату. Но вот как действовать будут, как вот ромашка, очень мне нравится, как действует. Они 200 с чем-то рублей, вот эти крема. Ну и тут у меня маски для лица, набор масок. Также заказывала на Wildberries. Хороший перед тем, как пользоваться, я кладу за полчаса где-то в холодильник. Прям сильно холодный, я тоже не люблю на лицо их класть. Ну и пилинг носочки, фикс прайс, хорошие носочки. Лежат у меня в запасе. На этом я с вами буду заканчивать сегодняшнее видео. Надеюсь, я вам показала то, что вам было интересно. Все. Всем пока-пока!